Так, новости. Ну, на Филиппинах у нас все традиционно прекрасно и чудесно. Участники активные, руководители тоже. А это самое главное. Поскольку система это вы, я все время это повторяю неустанно. Еще раз повторю. И если участники и руководители активные, то это залог успеха самой системы. Это совершенно должно быть всем понятно. Ну, тут мне присылают всякие отчеты. Ну, отчет мне прислали недельный. Я вот его просматриваю, тут масса технических деталей, как все хорошо у нас. Уж не буду, ладно, их засчитывать. Ну, в общем, все по счету все просто вот замечательно. Так что, что тут скажешь? Я уже говорил, еще раз повторяю. Когда все хорошо, то, собственно, и говорить особо не о чем. Проблем никаких, все развивается по нарастающей. Так что будем надеяться, что вскоре все Филиппины будут в МММ. К этому и надо стремиться, поскольку МММ действительно добрая, хорошая система, социально ориентирована, поэтому естественно, что люди с удовольствием будут вступать. Главное им объяснять, что такое МММ, вот и все. Ну, меня тут просят поздравить и наградить дипломами новых тысячников, с удовольствием это делаю. Значит, тага, еще раз заранее извиняюсь, если неправильное ударение ставлю и прочее. Таго Абраксас. Это новые тысячники. Мелвин Мендоза. Сальвоза Эдвард. Эдвард. Джефферсон Махиной. Или Махинай. И Розлин Рац. С удовольствием поздравляю. Так держать. Становиться 10-тысячниками, 100-тысячниками. Ну вот и 10-тысячника заодно нового. Просят поздравить. Ноэль. Да я вон. Вот с удовольствием всех поздравляю. И остальных руководителей вот обращаю внимание, что надо брать пример и тоже стремиться становиться тысячниками, десятитысячниками, стотысячниками. Будете кучу бонусов получать, ну, сами знаете. Ладно, тогда до следующего раза. А еще я считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое.